Алекс и Нэнси были идеальной парой. Пока, дорогая. И, наконец-то, купили дом своей мечты. Боже мой. А куда ведет эта лестница? Там живет милейшая старушка. В доме два просторных этажа и одна старушка. Какой приятный сюрприз. Заходи. Отличный попугай. Его зовут в честь моего покойного мужа Ричард. Я без мужика уже 30 лет. Уже так поздно, нам пора попрощаться. Это ваш диван. У нас отличный дом. Думаешь, она все видела? Ой. Не могли бы вы помочь мне вынести мусор? Это мышиные какашки. Это изюм. Я попрыскала дихлофос. То, что сначала казалось мелким неудобством... Миссис Коннелли! Делай изо рта в рот! Да, давай! Нет, надо вдуть прямо ей в рот! Скоро стало... Ты сексуальный маньяк. Большой проблемой. Она нас обанкрутила, поломала наши карьеры. Она поломала нам жизнь. И они сделают все. Так по закону мы не можем ее выселить. Чтобы избавиться от нее. Она религиозна. Можно этим воспользоваться. Не будет более неуютного места, чем дома. Бен Стиллер. Дрю Бэрримор. В фильме Дэнни Девито. Алекс на нас капает с потолка. Святые мои, Иосиф, я могла туда провалиться. Дюплекс.